Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. Нужно добраться до орудийной платформы и уничтожить ее. Вопрос как? И мы продолжаем проходить Снайпер Элит 4. Ну что ж, поехали. Ух, сколько у нас задач-то здесь новых, ё-моё. Ладно, будем все с вами проходить по мере поступления. Так, ну что, где у нас тут, ребята, задание? Вижу звезду, ну до нее полкилометра бежать. И по ходу дела у нас не получится. Из-за шума выстрелы будут не слышны. Ага, вот оно что. Значит, когда здесь шум, мои выстрелы для врагов не слышны. Так, найдите пилота сбитого американского. Понятно, давайте тогда будем сюда направляться. Смотрите, здесь еще задание у нас. Где-то совсем, кстати, рядом. 180 метров сюда. Ну и, соответственно, здесь. Так, тихонько, здесь у нас какая-то дача, ребят, смотрите. Так, уже кто-то палит. Ух, ну что ж, давайте повеселимся, наверное, маленько, да? Пора немножко здесь сделать зачистку. И я вижу, где-то здесь должен быть первый клиент у нас. Так, вижу, вот он. Вот он у нас ходит здесь. Даже не знаю, получится ли у меня. Да давайте его так шлепнем, чтобы не мучился. Ну, где... Черт, а как я мог промазать-то, а? Слушайте, это какая-то небылица. Три выстрела сделал я, чтобы он погиб. Ну и, как вы понимаете, здесь у нас началась шумиха. Получи, гад. Херакс, прям в сердце, ребят. Ну что же, замечательно. Давайте с вами продвигаться дальше. Мое укрытие раскрыто. Ну, в принципе, меня это мало беспокоит. Так, давайте-ка с вами будем выслеживать очередную, наверное, жертву. Так, подожди-ка, где... Ага, ныкается, да? Ну что же, нычник. Так, еще один бежит. Ё-моё, блин, прям в черепушку. Так, нет. Блин, мимо, а? Ё-моё. Ну-ка, гаденыш. Да что такое-то, а? Выстрел в легкое. Что-то я, ребята, сегодня отвратительно стреляю. Ага, ранил, лежит там. Ну-ка, на, в коленочку. Хотя, лучше в голову, наверное. Черт, не видно, давайте в ногу тогда. Ну и еще один выстрел. Так, убийство. Ну все. Так, продвигаемся дальше. Кто у нас тут еще на даче-то будет? Наверное, много врагов. Я не могу понять, что там такое все время взрывается внутри этого здания. Тихо, вот они, гады, бегут. В кишечник. Ё-моё, сейчас что-то покажут нам. Я не завидую ему. Блин, а почему второго не убило, а? Хотя, смотрите, ребята. Патроны почти закончились. На вылет пуля пролетела. И тот у нас там лежит, корячится от боли. Ну что ж, пускай долго он не переживает. Я подойду, его добью. Это, я так понимаю, он? Все, а, он умер от кровотечения. И я получил опыт 130. Ну, не повезло ему. А, тихо, бежит, бежит. Оу, кишечник пробил. Да, не повезло. Все чисто. Ну что же, для меня это хорошо. Значит, с меня спадают все подозрения. И знаете, что я хочу? Давайте, наверное, прошмонаем их. У нас очень мало патронов. Особенно для моей винтовки. Больше ничего. Получается, в общем количестве в данный момент 9 патронов. Это никуда не годится, если честно. Так, ну что, маленько взяли. Уже 12. Давайте этого тоже обшмонаем. Ну, чё ты не выделяешься-то, а? Лопух. Вот.
Так, ну и после этого, я думаю, забежать вот в этот домик и глянуть, что там вообще у нас есть внутри. Судя по карте, все чисто. Найти упавший разведсамолет. Ну, явно он не здесь, он не в ангаре. Так, давайте-ка здесь тоже прошмонаем. Нам нужны боеприпасы, это однозначно. Больше ничего не найти. Что это такое, не могу понять. Какой-то двигатель. Так, а это что у нас за документы? Надо забрать. Такое ощущение, что это лесозаготовочная. Лежат бревна. Так, а вот эту машину надо уничтожить. Заодно опыт получим, ну и не будет лишнего транспорта здесь. Готово. Найдите самолет. 145 метров нам до него осталось идти. Опа-на, здесь что-то есть у нас похоже. Да, это сено. И, видимо, в сене что-то спрятано. Патроны, динамит. Это мне очень пригодится. Ну, динамит, наверное, нам пригодится. Так, давайте-ка по-быренькому. Тут у нас, я смотрю, мост впереди будет. По всей видимости, так. И я вижу вдалеке машина еще одна стоит. Десантники. Биом действует наверняка. Ага, значит, тут десантники. Ладно. Ну что же, ребята, будем приступать к ликвидации их всех. И машину тоже надо будет ликвидировать. Кстати, здесь я вижу одного. И второй вот здесь пониже ходит. Так, пульс восстанавливается, пускай. Ну что, пока я вижу двое. И все они возле машины. Наш самолет-разведчик. Новейшей конструкции. Обломки не должны достаться врагу. Надо уничтожить. Вот только как. Да легко. Прям в черепушку. Ну, что, шумиха есть, нету? Шумиха есть, ребята. Вот они начали бегать, суетиться. Почему-то я не могу машину взорвать. Ну-ка, дайте-ка в радиатор. Ну, неужели попало, а? Сейчас она там загорится и бумкнет. А мы в это время вот этого вот чекиста грохнем. Ну, да что ты будешь делать? Да что ж, сегодня у меня с наводкой-то не так, а? Кишечник пробил. Не завидую я ему. Ну что ж, давай двигаться дальше. Ах ты, черт подери. Да что такое? Ну ведь стрелял же прям в него. Как он может выжить, блин? Выстрел в глаз. Так, еще один бежит. Смотрите, ребят, по карте. Вот он. Стрельба навскидку. И еще один появился. Ну где ты там? Олух. Покажись. Так, бежит прямо на меня. Где он тут, блин, не пойму я. А, вон уже сидит тут. Нога. Прям в сердце, замечательно. Выстрел в сердце, лежа, убийство из винтовки без помощи. Без помощи, а какая тут помощь может быть? Еще один, да сколько же у вас тут вообще гадов этих, а? Нужны патроны. Ё-моё, у меня еще нехватка патронов, всего 5 осталось. Да что за бессмертный-то, ёлки-палки, а? Ё-моё, один патрон, ребят, один патрон у меня. Выстрел в сердце. Блин, надо срочно поднимать боеприпасы. Я надеюсь, здесь больше никого не будет. Так, а у меня автомат какой? По-моему, ППШ, если не ошибаюсь, да, взял? Так, забираем. Давайте обшмонаем и все соберем здесь.
Пока вроде бы тихо. Надо воспользоваться этой возможностью. Так, а до самолета у нас 51 метр. И я так смотрю, там впереди дым. Значит, он где-то в той стороне. Так, а это что такое у нас? Какой-то спуск непонятно куда и для чего. Какая-то площадка. Так, а вот, ребята, и самолет у нас. Ну что, оу, еще и фриц там бегает, даже двое. Черт подери. Слушайте, давайте, наверное, мы с вами взорвем и убежим. Так, таймер, нафиг, лишь бы самому только не взорваться. Сматывай, сматывайся, Ваня, 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 газуй, 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 родной. Вот так, отлично. Шикарно. Ну что же, одно задание мы с вами сделали. Это уничтожили самолет американский. Обломки уничтожены. Теперь он не достанется фрицам. И остается только разобраться с немцами. Здесь их двое где-то бегают недалеко. Сами видите, они по карте у нас обозначены. Давайте прошмонаем трупец. Здесь тут больше нечего искать. 4 патрона к винтовке. Ну что ж, неплохо. Это очень даже хорошо. И я вижу, ага, командир. Выстрел в почку. Так, где следующий? Где-то тут ныкается, а? Да, вот он, голубчик. А, выстрел в легкое. Смотрите, у меня навскидку, блин, получается лучше убивать, чем с прицелом, блин. Как это понять, ума не приложу. Что тут у них за костерок? Есть что-нибудь хорошее, нету? Нифига тут хорошего нет. Просто огонь. Так, трупец, надо его обшмонать. Так, у меня, ребята, 12 патронов. В принципе, этого мне достаточно будет. И потом я уже наберу. Так, идем сюда, найти пилота. У нас очередное задание. В принципе, здесь мы пойдем с вами вот так вот прямо. Найти сбитого американского пилота. Блин, только не говорите мне, что я буду бегать с этим заложником и спасать его еще. Так, ну тут дорожка у нас только одна, поэтому идем по ней. 160 метров до цели. И тут у нас типа городочка какого-то. Деревушка, да. Смотрите. В лесу. Ну, блин, немцы обосновались. И причем здесь довольно тихо. Рядом какое-то кладбище, что ли. Больно все здесь тихо, мне это смущает, если честно. Давайте вот так вот с вами пройдемся. И посмотрим. Вижу одного гада. Пускай он у нас будет на примете. И все, больше никого здесь нету. Опа, ребята, вот и второй здесь ходит. Ага, они друг друга, получается, просматривают. Блин, это невыгодно для нас позиция. А хотя фиг ли нам позиция, да, ребят? Плевать мы хотели на все, да? Давайте ликвидировать. А может быть, когда они вместе будут рядышком, и я успею и одного, и второго шлепнуть, а? Вот так вот. Чтобы минимум движений делать. Готов, ну-ка. Готов. Как нафиг он выжил? Блин. Черт. Оу, ё-моё, навыбегало, уродов. На-ка, получи, и куда? Прям в глаз, ребят, прям в глаз. Оу. Не завидую я ему. Оу, укрытие раскрыто. Так, вы посмотрите, со всех сторон прут. Так, а это еще что такое? Ракетницу он запустил. Что за звук такой, а? Йо, это что такое? Почему покраснело? А нафиг вражеский огонь? Ё-моё. Что это такое? Нифига, ребят, вы смотрите, сейчас меня начали помечать ракетницей, да? И туда начинается артиллерийский огонь. Охренеть теперь.
теперь не посидишь в простом месте и, как говорится, не подстреливаешь врагов налево и направо. Так, бежит, бежит Охламон. Сейчас я его здесь дождусь. Ну, появись, появись. Вот он. Да почему я не могу сразу... Так, укрытие раскрыто. Еще один появился. Походу, дело идет ко мне сюда. Ну что ж, я возражать не буду. Подождите, что-то тут опять за звук. Оу-оу-оу, давай сматываемся. Опять меня этой пометили. Нифига, смотрите, какой огонь. И сейчас тут будут бомбить, да? Так оно и есть. Хе-хе, немец от кровотечения сдох там. Вот это уже намного хуже, когда ракетницей метят. Так, иди сюда, огурец. Сейчас тебе чпокну здесь. Кишечник. Что за мания попадать в кишечник, а? И осталось у меня 5 патронов. А вражины наступают со всех сторон. Как мы посмотрим. Мне бы вот эту машину тоже надо уничтожить, если честно. Надо попробовать в радиатор. Отлично, все. Машины нет. Сейчас взорвется там. И я надеюсь, чувачок, который там рядом с ней бегает, тоже взорвется. Опять же, не факт. Черт, вот он где сидит. Слушайте, я не пойму, в чем дело. Почему я не могу убить с первого раза? Ну что ты юлишь, а? Слушайте, если я даже его сейчас не убью, он у нас сдохнет от кровотечения. Так что... Пускай там поваляется маленько. А, смотрите-ка, еще тепленький, еще живой, горит еще. Все, сдох от кровотечения. Опять меня метят, а? Откуда они палят-то? Я не могу врубиться. Давай, Ванюша, оттекаем отсюда. Ну? А где минометный обстрел-то, ребят? Не сработал? Да, походу... Так, тихо, немцы бегут. Ну все, ты попался. Ха, пока, браток. Выстрел в сердце. Еще один. Даже двое. Черт, патроны на исходе. Так, сколько у нас? Ё-моё, ребят, последние 5 патронов осталось. Да как так он мог выжить-то, не пойму я. Ну что, урод. Убийство рукопашки. Ох, ё-моё, нихера себе. Просто моего, блин, ножом зарезали. Вот и все. Что, у нас осталось с вами всего лишь 6 патронов, ребят. 6 патронов. Плюс одна ракетница. Так, где-то здесь Охламоны. Вот они, двоечка. Двоечка трупов будущих бежит. Маловато боеприпас. Так, я еще, по-моему, ранг попал. Ой, попал, получил. Да, ребята, мы повысились с вами. И всего 4 патрона. Очень мало. Придется, наверное, переключаться на винтовку. Ой, винтовку, на автомат. С винтовкой я в данный момент час бегаю. Так, ну а что, у тебя есть что-нибудь? Так, ага, 5 патронов к винтовке, уже хорошо. Думаю, я собрал все, что мог. Так, до цели у нас 100 метров, грубо говоря. Оно находится в этом домике, и бегают эти немцы здесь. Две штуки я вижу. Так, давайте-ка этого... Куда? Не попали. Точнее, мы попали, но почему-то не убили. Куда ты там разогнался, прыщ? Готов наверняка. Шмяк. Легкое пробили. Ну, высунься, урод, а. Давайте... Я предлагаю обойти это препятствие и из автомата его расхерачить. Кидрени фени. Как вы думаете, а? И заодно
патрон от винтовки мы к себе сохраним. Мы так с вами и сделаем, пожалуй. Так, пистолет мне не нужен, а вот это надо. Что он там орет, псих? Иди сюда, олух. Чё, не нравится? Блин, ребята, отдача обалденная. Точнее, не отдача, а поднимает ствол у автомата. И это как бы тут плохо. Больше ничего нет. А мне больше ничего и не надо. Еще двое впереди. Это можно видеть по карте. Где-то, походу, вот в этом здании. О-о-о, смотрите, они бегут на меня сюда. Так что приготовились. Что там пшикает кто-то? О, ё-моё! Хера он подбежал. Черт подери. Где мой автомат? Сейчас будем их с автомата крошить. Иди сюда, красавчик. Куда побежал? Куда, а? Ой, извини. Да какой гад в вёртке, а? Как убийство. И еще там один остался. Перезарядимся. Вот он, вот он. Ну, гад. Все, заквасили. Погоди-ка, еще что ли кто-то? Да, еще, вот он, ё-моё. Готов. Ну, давайте. Погоди, погоди, не понял. Кто шмаляет? Где он? Что-то я не могу увидеть. Так, ну я понял, что один находится вот в этом здании, которое прямо передо мной. Думаю, я собрал все, что мог. Они там бегают. Сейчас один выбежит сюда ко мне. Вот-вот-вот-вот, сейчас вот здесь. Вот они выбежали. Ну что ж, давай, гад, высовывайся. Черт, что-то их тут до хрена, блин. Давайте спрячемся за это укрытие. Ну что ж, пора винтовку брать и стрелять в голову. Где они? Так, ты первый. Получи. Какого лешего, я не пойму все-таки. В сердце прямо попали. Ох, не завидую. Так, где-то еще один строчит. Так, заныкался типа. Ну, не тут. Хорош бегать-то уже, эй. Гранату попали, ребята. Ё-моё, я ему не завидую. Все. Тотальная была зачистка, по-моему, если не ошибаюсь. Найдите пилота. Давайте вот эту вот бочку с вами взорвем. Или что это такое там, канистра? Ладно, хорош, 8 патронов у нас осталось. Нам еще здесь воевать. Надо поберечь боеприпасики. Ну-ка, что у вас тут, ребята, есть? По карманам пошарим. Так, 8 патронов к винтовке, неплохо. Вот и все. Где ты там орешь? Покажись, фраер. Я тебя быстро свинцом-то нашпигую. Ну что ж, довольно неплохо мы с вами собрали к автомату, к винтовке патроны. Смотрите-ка, здесь их нет. Тут у нас все чисто. Значит, они внутри здания все-таки стоят. Снайперов никаких тут нету. Надеюсь. Ну что ж, давайте заходить тогда внутрь. Точно где-то внутри орет, гад. Так, это у нас получается что-то типа церквушки, да? Ого, трупец лежит. Тело пилота упавшего самолета. Нужно отыскать пленку. Твою нить, гад, это тут... На, бля. И еще один остался. Что ты там, на? Убийство офицера. Быть может, эти кадры бесценны. Ну что же, мы с вами выполнили еще одно, ребят, задание. Давайте этого чувачка грохнем. Хе-хе-хе. Прям в голову. Ну, а на этом, наверное, мы будем с вами закругляться. И уже, как говорится, продолжим в следующей серии. Здесь больше нечего искать. Как говорится, основные задания у нас еще впереди. Так что будет, думаю, интересно. Ну ладно, ребята,
Тогда на этом все. Всем пока и до скорых новых видосиков. Всем удачи вам, ребят.